Но шуток таких не бывает, поскольку раньше в Инстаграме Кадырова появился образ Касьянова с наложенным на него оптическим прицелом. Вот, и с подписью «Кто не понял, тот поймет». А это вызвало определенную волну, так сказать, возмущения, комментариев и так далее. И тут может быть два варианта. Либо кто-то захотел воспользоваться этим образом и совершить эту акцию с Кадыровым для того, чтобы подчеркнуть, что вот то было всерьез, да, вот как бы развивается. Это с одной стороны, да, то есть это наезд на Кадырова, это провокация, которая будет у Кадырова. Второй вариант. Это кто-то захотел, наоборот, Кадырова обелить и продемонстрировал, что на самом деле за всем этим стоит не более чем тот, кинутый в Касьяна. Ну, то есть, ну, как вы сами понимаете, какой тактический прицел. Речь идет только о кидании тортами, а это в американской, например, политической традиции кидать торты в критикуемых политиков. То есть тут вот как бы два варианта. Один за кадыровский, другой антикадыровский. Как вы думаете, эта история будет иметь какое-то продолжение? Или вот не найдут этих людей, скорее всего, да? В нашей политической и общественной повседневности все имеет продолжение. Даже то, что произошло на полях публичной жизни, и даже то, что произошло достаточно давно. Все имеет продолжение, все идет в ход.